Здравствуйте! Вы на канале 11 детей и наша жизнь. Хорошо, что вы зашли к нам в гости, чтобы провести это время вместе с нами. Я думаю, нам будет очень приятно вместе с вами. Что посмотреть, какие у меня кудряшки. Одевай фарточек. Не будешь фартук? Ну, не одевай. Ты как хочешь. Снежанка его и в пятницу одевала, и сегодня. Ты как хочешь, можешь не одевать, дочь. Не надо. Убирай. Угу. Так, сегодня у нас английский. Так, папочку для английского собирайте. Сразу ставьте, чтобы когда я за вами поехала, только папочки взяла и поехала. И портфель туда неси сразу. Сейчас я несу папку. Здесь у нас экзамен. Да. Уже сейчас поиграем, девочки. Можно? Можно. Давай, неси расчесочку туда, заплетемся сразу, да. И будешь играть, доча. Конечно, не мой. Это английский? А зачем ты его сюда, дочь? Давай, туда, на кресло, чтобы был на виду. Давайте, девочки. Ну вот, проводили детей в школу. Вы вначале видели, это был вечер. Снежана со своими прическами уже не знает, что себе на голове сделать. Она так счастлива, что у нее отросли волосы, отрастает челка, которую она когда-то меня уговорила подстричь. Сейчас она взяла в моду заплетать себе с вечера косички после душа, чтобы утром идти с распущенными волосами в школу. Мы ей чуть-чуть сверху закалываем, и она идет. Сегодня дома Ванечка. У них вчера в школе в музыкальной было экзамены. Все сдали экзамены. А вот Ваня растерялся на сцене. Я даже расстроилась, но учитель сказала, что бывает у таких детей, они боятся сцены. Но он же уже до этого выступал, и он настолько был готов, она настолько была в нем уверена, но он растерялся. И поэтому вот сегодня мы опять остались дома для того, чтобы поехать в школу в музыкальную и сдать все-таки экзамен. Ну, нам в обед, как обычно, потому что у нас еще в музыкальной школе сегодня хор, последняя неделя перед каникулами. Но это время мы не теряем зря. Ванечка полон энергии. Видать, его все равно расстраивает, что он вчера не сдал экзамены, и он готов исправить свою вину хоть как. Он и помогает, и заверяет в любви, и говорит, что он обязательно сдаст эти экзамены. Но в данный момент он разобрал посудомойку. Наверное, это самостоятельно первый раз в жизни. И сейчас он убирается, раскладывает посуду по размеру, смотрит, чтобы все было красиво. Самое интересное, если забежать наперед, там этого нету, но когда мы приехали с музыкальной школы и пришли дети домой со школы, первое, что Ваня сделал, это забежал на кухню, открыл шкафы и показал детям, говорит, смотрите, как я сегодня здесь все это сделал. То есть ему это приятно, он прям весь все по размеру складывает, смотрит, не только по размеру, а даже по цвету складывает. Ну, такой весь помощник из себя. Я сейчас мою контейнер. Это наш контейнер из-под конфет. Его надо помыть. Он уже испачкался. Мы правда покупаем всегда очень много конфет. Конечно, мы не даем их бесхозно детям. Иногда очень много даем. Иногда совсем по чуть-чуть. То есть смотрим по обстоятельствам. Ну, в этот контейнер мы высыпаем всегда конфеты, и потом дети в нем выбирают. Сейчас вот я его приведу в порядок, вытру насухо, и тогда пересыплю туда конфеты. Ване понравилось очень помогать. Вообще детям всегда очень нравится помогать. И я еще не видела дома ни одного ребенка своего, чтобы от мала до велика нравится всем помогать. Ваня задвигает, ходит стульчики, наводит порядок. Вообще это утро, и мы наводим порядок после того, как проводили детей в школу. Утром я завтрак готовила, вон омлет на столе стоит, дети его вообще почти не поели. Вообще всегда стали вообще мало кушать, мало. Печеньки поели и чай.
ничего почти не кушали. Вот омлет почти полный стоит. Я прям даже говорю, вообще дети перестали кушать. Не знаешь даже уже, что еще такое сделать для того, чтобы они покушали. Ну вот я все-таки домыла свой контейнер и начала пересыпать в него конфеты. Мне очень удобно, когда мы конфеты храним в этом контейнере. Удобно и детям их раздавать. И когда и дети сами поначалу они выбирают, там, допустим, говорим, возьмите себе по 3 конфеты. Они, допустим, идут, выбирают себе, какие им нравятся, потом из оставшихся, какие им нравятся, потом еще. Ну вот уже конфет очень мало дома осталось, поэтому надо будет уже ехать закупать. Вот и Иван старший прибежал домой, конечно, не в чистом виде, но некогда ему переодеваться, прибежал попить кофе, немножечко перекусить. Делает себе. Но я продолжаю. Вроде мы моем все каждый день, каждый вечер трем. А все равно, куда ни посмотришь, везде какая-то капелька найдется. И всегда хочется все убирать. Но кухня все-таки это такое место, где мы постоянно находимся, где мы постоянно все готовим. Ване хорошо, он занимается любимым своим занятием. Кушает конфетку, сидит. Это единственное, что он кушает всегда, и в конфетках нет никаких, ни капусты, ничего нету. Но ему сейчас хорошо. Он только ходил, играл, готовился к экзаменам, заверил меня, что мама, я сегодня обязательно все сдам. Переложила печенье, утром насыпала быстро детям, в тазик наложила печенье, сейчас переложила, чтобы крышечкой прикрыть, чтобы не убирать в целлофановый пакетик, чтобы на столе стояли печенье. Ну вот мы уже съездили в музыкальную школу, Ваня сдал экзамены, поставили ему твердую 4 за то, что он все-таки, вот они его все-таки повели сдавать экзамены в зале, и он все-таки зал растерялся. В том году, главное, хорошо в зале сдавал, в подготовительном классе. Да так играл, да так самому это все нравилось. Ну, а в этом году постарше стал этого зала бояться. Но ничего, оценку поставили, мы пошли дальше. Нам уже даже задали домашнее задание на каникулы, что еще мы будем отыгрывать с ним. Ну, а сейчас папа у нас уехал к Максиму на собрание. Там Максим еще не приходил со школы, вот сейчас они придут. Все это время Максим фотографировался, выпускной класс, разные фотографии. Сейчас нету в этом классе, что у каждого своя фотография будет одинаковая, нет. Дали в группу объявления родительский комитет, и мы сдавали деньги. Там 5 разворотов, 2600, 3 разворота, 2200, ну и там, по-моему, самые дешевые по 600 рублей. Ну, в общем, кто какие брал. Мне понравилось 3 разворота. Там хорошие такие, ну, такие хорошие фотографии. Вот Максим уже пришел, хвастается оценками, 5, которые он получил. За ВПР получил, сегодня писал ВПР по окружающему миру, получил 5. То есть это приятно, это радует. Ну, вот русский нам надо еще с ним почерк. И по математике тоже она пишет, пиши в клеточках. У них вообще почерк и у Максима, и у Снежаны одинаковый. И у Ульяны раньше был такой. А сейчас Ульяна стала девушкой, у нее стал красивый почерк. Она то меленько-меленько стала писать, потом крупно. А сейчас уже более-менее определилась, какой у нее почерк. Теперь у Василисы это начало. Василиса начала подбирать себе почерк. Ну вот Максим никак не может выработать. Но вот сижу с девчонками, делаю уроки, никак они не дают мне спуску, уже уже второй класс заканчивается, а они все как уроки делают, будь рядом и все. Ну вот сами сидят, делают, нет, будь рядом и все, будь, помогай. Я говорю, так вы же сами, ну сидите у себя за столом, делайте. Нет, вот надо находиться обязательно рядом. До каких это пор будет, не знаю. Быстренько торопимся, накрываем ужин. У нас сегодня рожки-бантики и курочка гулей в сковороде сделанная, но не жареная.
варено-жареное. Тут яйцо, пекинская капуста. Такой вкусный салатик сейчас сделаем. Крабовые палочки порезанные. Так, баночка кукурузы. Сейчас я солью сок. Баночка кукурузы. Так, посолю немножечко, потому что крабовые палочки, они соленые, в принципе. Но капуста. Майонез, он тоже соленый. Ульяна только сделала. Какой густой, хороший прям. Теперь я этот салат разложу порционно для детей. Раз. Помного не буду, понемножку. Кому надо, добавки возьмут. Таким деткам, как Анюта, Снежана, им вообще немножечко, чтобы не выбрасывать. Это им. Ванек. Такой салат вкусный. Пекинская капуста, посолила, крабовые палочки, кукуруза. Это взрослым побольше. Кукуруза, яйцо с майонезом. Можно со сметанкой, без разницы, заправить. Я сделала салат. А также я захотела украсить вазочки в порционные детям, наложила. И креветки полила соевым соусом и лимоном. Ну, для того, чтобы детки покушали. Но это было не обязательно, потому что вот этот салат, который я сделала, представляете, две порции, когда мы ужинали, Ваня маленький съел и приговаривал, что очень вкусный салат. Никогда еще он не кушал салат, а этот ему прям очень понравился. Поэтому прям у кого маленькие дети, проэкспериментируйте. Но я вот еще решила и помидоркам украсить. Но помидорки большие, думала, ну и будут кушать, чтобы не тянуться все рядышком. То есть вот так вот каждую вазочку я решила украсить. Также салат заправила майонезом, можно сметанкой заправлять. То есть ничего в нем такого нету. Считай, яйцо, крабовые палочки, капуста пекинская, кукуруза. И заправила майонезом, немножечко посолила. И получился безумно нежный. Все дети сказали, очень вкусный салат. Ну и для пущей красоты, так как мы еще и на мукбанг садились, да и вообще, чтобы дети на ужин покушали хорошо, сделала им креветки. Но они, если честно, их очень не оценили, эти креветки. Их интересовал салат, потому что я остатки салата выложила в тарелочку, и они накладывали из тарелочки. Ну вот такой салат у нас сегодня был на ужин. Каждому ребенку. Спасибо, что вы досмотрели нас до конца. Спасибо, что пишете хорошие комментарии, заходите к нам в гости, поддерживайте нас. Это очень приятно и очень стимулирует к тому, чтобы продолжать записывать ролики и общаться с вами. Ну, вот такие красивые вазочки у нас получились. Ну, и очень вкусно было.